Друзі, як і обіцяв сьогодні, ось ці туфлі залишаю десь поруч, а я одягаю разом із нашою ранковою гостею Ольгою Сквірською, поетесою, ось такі шкарпетки. У мене олені. Ольга обрала собі таке суто по-жіночому, рожево, червоні. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Доброго ранку. І так, сьогодні говоримо про квартирника. Насправді, непопулярна річ у Миколаєві, але останнім часом я спостерігаю таку тенденцію, що зустрічаються на квартирниках творча молодь, повертається та тенденція, скажімо так, до квартирників, яка була там популярна, можливо, 10-15 років тому. Як вас надихнуло на квартирник і взагалі зібрати друзів, знайомих, взагалі миколаївців, для того, щоб прочитати вірші в акомпанументі вашого вже, можу сказати так, хорошого знайомого музиканта? Действительно, это слово «квартирник» я взяла для своего вечера не случайно. Во-первых, лично у меня оно ассоциируется с чем-то, конечно, уже давно ушедшим, но чем-то очень романтическим и теплым. А если говорить конкретно о том, что меня вдохновило, в ноябре было два квартирника в той фотостудии, одной из центральных фотостудий города, в которой я буду проводить свой вечер. Это были музыкальные квартирники, музыкальные вечера. И я вспомнила это слово и решила, что я возьму его и себе для своего вечера. В общем-то, хотелось чего-то красивого, теплого, чего-то такого, что ассоциируется с зимой. Тут сыграло на руку и то, что в студии нельзя ходить в обуви, а можно только босиком или там в тапочках или в носках. А что ассоциируется с зимой больше, чем вязаные теплые шерстяные носки красивые? И поэтому я решила, что я так и назову свой вечер в теплых носках. Это как-то очень просто, по-домашнему, уютно. И спецзвучно взагалі с квартирником, если честно. Потому что да. Квартира відразу такая комфорт, якась суто така своя тусовка, суто свої люди, які все про всіх знають. Так. Тобто це, знову ж таки, якась зона комфорту. Якщо говоримо про сам квартирник, то буде відбуватися він на фотостудії «Репортер». О котрій годині і дата, найголовніше, мабуть. Это будет проходить 10 декабря, воскресенье, которое приближается. Начнем мы в 4 часа. И все это продлится примерно час-полтора. Будем угощать наших гостей чаем и кофе. А за лучшие, самые красивые, самые необычные носки лично я подарю обладателю этих носков очень зимний особенный подарок. Отак. А більше того, у фотостудії, я так розумію, що є можливість ще й створити, окрім романтичної такої обстановки, ще буде можливість пофотографуватися, скажімо так, тому що це унікальне місце, може поєднати все. Именно. И место – это одна из основных фишек, которые меня вдохновили именно вот на 99% для того, чтобы провести вечер. И я когда туда попала, я и раньше там была, но не могла так рассмотреть это место. А когда я попала туда на музыкальный вечер, я вообще-то и не знала, что там можно что-то проводить, кроме фотосессии. И я на это все посмотрела и подумала, ну это же, да, это созданный искусственно мир, временный, очень хрупкий, в который можно войти, пробыть там какое-то время, уйти, и он уже больше не вернется. И вот в этом тоже есть своя глубина, своя особенность, которая мне очень сильно припала до души, и поэтому я решила, что да, я там почитаю. Я предлагаю прямо сейчас, поскольку у нас такой квартирник, я, наверное, даже как-то так сяду поудобнее, прям как квартирник, и у нас будет возможность вместе с нашими телезрителями еще и послушать какое-то из произведений ваших, скажем так, экспромт, без аккомпанемента сегодня, про аккомпанемент мы еще проговорим позже, услышать какое-то ваше, одно из самых любимых. Будем представлять, что у нас здесь вот имитация уже такого маленького пространства, хорошо. Тоже студия, но не фото. Хорошо, я, наверное, прочту. У меня будет, конечно, много зимних текстов. У меня почему-то их оказалось, когда я подбирала, оказалось, что их у меня действительно больше, чем о других временах года. И я, поскольку приближается День Святого Николая, самый близкий к нам праздник, вот на эту тему, пожалуй, прочту. Здесь чудо не снилось, а свет фонарей недобитых не красит в Карваевские желтые дворы и мосты. Стучи откроют, но двери надежно закрыты. Пусты переулки ночные, и души пусты. Здесь, чтобы увидеть, зажмуриться надо и слушать.
Трамвай громыхает подаля, искрят провода. Святой Николай на намыве ступает на сушу из южного буга, и в небе восходит звезда. На день, на короткое время огни зажигают, и кажется, мир и любовь, и прощение в глазах, и ель на советской соборной от слез золотая, и добрые музыки в суржике местном сквозят. Но кончится праздник, погаснут гирлянды и свечи, и взвоет собака в похмельном соседском дворе. Ты, душка, мой город, в узоре рифмованных речений, стоишь новорожденный в слякоти и серебре. Извините, немножко грустно оказалось. Але все ж таки така поезія, яка змушує подумати про Миколаїв, знову ж таки, а що мені так подобається, це назви вулиць, які також таке щось рідне і знайоме. А те, що в поезіях інших авторів, не миколаївських, не побачиш і не почуєш. Тому це так гріє особливо душу, і знову ж таки налаштовує на якийсь позитив, на якийсь таке щось консервативне, щось домашнє, щось своє, закрите. Якщо говоримо про акомпанемент. Також це буде такий невеличкий, скажімо так, експромт, експерименти для, і для вас, я так розумію, і для глядача. Да, это будет действительно, что почти экспромт, поскольку все это я задумала очень быстро, и всего неделя на подготовку, и порепетировать особо не удастся. Музыкант будет, с которым я сотрудничаю уже 3 года, зовут его Сергей Бутенко, сейчас это уже выпускник нашего университета культуры, преподает музыку, гитару и фортепиано. Это будет гитара в этот раз, Сережа пишет свою музыку, и я сразу же, как только с ним познакомилась, заметила, что его музыка очень созвучна с моими текстами, она такая печальная, вот, фа диез минор, вот это вот все. И поэтому вот мы решили без особого повода, просто потому что хочется как-то необычно и красиво провести один из зимних вечеров. Вот мы соберемся, поиграем, почитаем. Я хочу сказать, что как раз на эту фразу, что и репетиций по сути не было, якось воно найчастіше так круто й виходить. Те, що експромтом. Я надіюсь. Тому що, ну, згадуючи там посиденьки, мабуть, кожен згадає зараз посиденьки з друзями вдома, мабуть, вони найтепліші і найкращі, ніж там яскраві концерти десь в якомусь концертному залі. Тому я впевнений, що пройде все на ура. Друзі, якщо у вас є бажання, є можливість, ну, звичайно ж, хочеться показати на людях ось ці класні шкарпетки, які у вас є вдома, і їх ніхто, крім домашніх, не бачить, а тут така унікальна можливість, то приходьте. Давайте ще вкотре нагадаємо, що 10 грудня о 16 годині рівно на фотостудії «Репортер». Адреса? Це проспект Центральний, 93D. Дормашина, здання Дормашини на 8-му поверсі, фотостудія «Репортер». Отож, як то кажуть, шукайте нас ще в соціальних мережах, на сторінці «Нового дня» вже репост ми зранку зробили, тому можете зайти, знайти, або ж пані Ольгу знайти у соціальних мережах і також там відшукати афішу. Ну що, вкотре ще нагадаємо вам в нашій постійній рубриці «Афіша» в четверта п'ятницю про цей захід. Долучайтеся. Я вам дякую вкотре за те, що завітали. Сьогодні такі шкарпетки зробили справу все ж таки в нашій розмові також. Дякую.